Привет, ребят! Я хочу вас еще раз позвать на ретрит, который состоится в Сочи. Да, это будет не просто ретрит. Мы там будем не просто говорить о том, что как может человек жить на каком-либо питании. Нет, конечно же, это будет не про это. Это будет про то, как связать тело с вашим духом, как связать ваш дух с вашим разумом. Что такое ваше тело? Что такое ваша лимфатическая система? Что такое ваша кровеносная система? Как работает ваш мозг? Где есть соединения? А есть ли эти соединения? А если они есть, вы ими можете управлять? А если вы ими можете управлять, то чем вы еще можете управлять? Вы можете управлять миром через свое тело? Вы можете управлять своим телом, управляя своим миром? Да, и об этом мы с вами поговорим. Всех жду.